Как помогают, возможно, мешают областное, городское управление культуры в твоей деятельности? Я уйду сейчас от упоминания прямых имен, вот, но в информационном поле представители городского совета очень активно мешают. То есть я привожу писателя, как правило, ну и ты знаешь, я рассылаю пресс-анонсы. То есть да. Я сама их делаю, либо мне их издательство готовит, если издательство как-то участвует в этом. Я рассылаю пресс-анонсы, в результате, например, на сайте городского совета они могут не появиться вообще, либо появиться с ошибкой. Но я привыкла к тому, что журналист, репортер, человек достаточно занятый, и очень желательно прислать ему готовый пресс-анонс на двух языках желательно, потому что, ну, политика у всех разная. Кто-то печатает на русском, кто-то на украинском, кому-то нет никакой разницы. Поэтому я рассылаю готовое. На сайте горсовета могут быть ошибки или вообще сокращенный пресс-анонс без контактов. Зачем он нужен, если там контактов нет? Сразу же вопрос. Вот, то есть вот препятствия со стороны городской власти, представителей городских властей, они есть. Ну, может быть, там личные какие-то моменты, может быть, нет. Депутаты здесь абсолютно ни при чем. Когда я обращалась к депутатам, еще тогда я была недостаточно медийная, думаю, что если бы я обратилась вот сейчас к депутатам, эффект был бы чуть-чуть другим. Не думаю, что гораздо лучше, но чуть-чуть лучше, наверное. Вот. Тогда, когда я обращалась к депутатам, ну, кто-то не мог помочь в силу абсолютно нормальных обстоятельств житейских. Не могу помочь. Кто-то просто отказывал, мне это неинтересно. В основном вот такое. А вот препятствия со стороны чиновников и представителей власти, со стороны людей, которые вроде как должны наоборот громче всех кричать о том, что да, давай, все возможное мы сделаем, они были. Вот что касается Елены Борисовны, да, действительно, она волонтер, она всегда готова помочь. Вот в тот момент, когда ну вот уже последние визиты писателей. Я ближе работала с областным управлением культуры. То есть я уже отошла от городского совета, мне уже хватило начала с головой. И я начала штурмовать область. Как бы там я нашла и понимание очень многих вещей. Вот. Ну вот, скажем так, со стороны чиновников городских властей, я понимаю, что культура — это, ну, не та сфера, где можно качественно пропиариться, например, где можно срубить лишнего электората. Потому что электорат, который пойдет на писателя, он изначально будет думать, как выбирать, кого выбирать, и его простым пиаром взять крайне сложно. Ну, поэтому вряд ли им это интересно.